Пятой школе города Видно исполнилось 35 лет. По этому случаю в актовом зале собрались ученики, учителя и гости праздника. Учащиеся школы – разносторонние и творческие ребята. Кроме получаемых знаний, они живут богатой общественной жизнью. Увлекаюсь я вокалом, в неурочное время участвую в концертах, пою песни и помогаю нашим учителям составлять какие-то мероприятия. В других школах нет такой дружеской атмосферы. У нас каждый класс очень сплоченный, мы всегда участвуем в каких-то конкурсах, все делаем всегда вместе. Поэтому, вот, наверное, отличительная черта нашей школы – это сплоченность. Валентина Плюскова в школе еще с подготовительной группы. Сейчас она уже в 10 классе. Мне нравится в школе абсолютно все. Учителя, ну, действительно знают все предметы, достойно преподают. Друзья у меня тоже в школе хорошие, очень сильная поддержка с их стороны. О своих учителях ребята говорят, что они добрые и отзывчивые, всегда могут прийти на помощь, и не только в учебе. Дмитрий Миронов – самый молодой из преподавательского состава и легко находит общий язык, как со школьниками, так и с коллегами по цеху. Все учителя дружные, первый год мне очень сильно помогали все, делились опытом, и уже вот в третий год я работаю, и они помогли, так сказать, становлению моему педагогического опыта. Начальник управления образования Ольга Алешкина зачитала поздравления от главы района Олега Хромова и отметила особые заслуги учителей. Большой вам земной поклон и слова благодарности, прежде всего в адрес ветеранов Видновской школы номер 5. Во время праздничного концерта звучали стихи, песни и воспоминания бывших учителей. По-настоящему домашняя атмосфера собрала в этот вечер всех, чья жизнь тесно связана с пятой школой. Дмитрий Книга, Олег Левитин, Елена Кошелева, Видное ТВ.